Правила для получения водительского удостоверения онлайн обновили в Казахстане. Теперь у водителей появилась возможность удаленно запросить перевыпуск документа при изменении фамилии, имени или отчества. Напомню, ранее при смене личных данных получить новое водительское удостоверение можно было только в спеццоне. Пока что новая услуга доступна лишь на сайте электронного правительства. Однако уже в скором времени функцию обещают добавить и в мобильное приложение «ЕГОВМОБАЙЛ». Готовые документы теперь можно забрать не только в специализированном, но и в обычном ЦОНе. Кроме того, переиздать водительские права разрешается и в случае, если владелец документа захочет сменить только фотографию. Изображение можно позаимствовать из паспорта или удостоверения, если ему не больше 3 лет, или загрузить новое. На портале электронного правительства доступна обновленная услуга по смене водительских удостоверений. Теперь услугодатели могут воспользоваться услугой не только при истечении срока действия или при потере, но и также при смене фамилии, имя, отчества. В услуге доступна также функция по использованию фотографий, выпущенных не более 3 лет назад, удостоверений личности либо паспортов. А также можно загрузить свою фотографию на выбор.